Собственники помещений в многоквартирных домах могут формировать фонд капитального ремонта на специальном счете, открытом в Российском банке. Владельцем специального счета могут быть ТСЖ, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, региональный оператор, управляющая компания. Важно помнить, деньги со специального банковского счета возможно расходовать только на ремонтные нужды. Собственники помещений в многоквартирном доме сами организуют проведение капитального ремонта общего имущества дома. Контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту и приемку выполненных работ также осуществляют собственники помещений в доме. На общем собрании жильцов принимается решение о перечислении средств со специального счета на оплату капитального ремонта. Главная особенность данного способа – на счету должно быть достаточно средств для проведения всех ремонтных работ.